З любов'ю до правилов дорожного руху. Нечаканный сюрприз напередодні свята усіх закаханих подрихтовали супрацовники ДАІ для гомельских водителей. На площі Леніна разом з отрядом юных инспекторов средней школы номер 21 правоохранники повиншовали автоаматоров. В такую прохладную морозную погоду и в преддверии Дня Святого Валентина госавтоинспекция будет дарить свое тепло и улыбки, а также тематическую сувенирную продукцию автолюбителям. А также напоминать о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения и соблюдении зимней манеры вождения в нынешних условиях зимы. Вучні 21-й школы подрихтовали тематичные валянтинки с закликами выконывать правила дорожного руху и заўсёды памятать об безопасности детей пешеходов. Юные инспекторы сподяются, что подарунки узняли настрой всем, кто их отримал.